На канале ТВЦ состоится премьера продолжения детективного сериала «Некрасивая подружка». Новая часть получила название «Черный кот». В центре сюжета сериала Антонина Остапчук. Девушка была уверена, что умрет старой девой. Но по воле случая Антонина идет знакомиться с родителями своего возлюбленного. К сожалению, это волнующее событие омрачается странным происшествием. Сосед Леонида, 6-летний мальчик Сережа, сообщает Тоне, что его отчим собирается убить начальника. На следующее утро выясняется, что этот человек на самом деле умер, однако причины смерти самые естественные. Открыть уголовное дело невозможно, и все советуют Тоне не обращать внимания на дурацкое совпадение. Между тем, мальчик уверяет, что отчим готовит новое убийство. И еще, у него в комнате живет черный кот, которого никто не видит. Все это похоже на детские фантазии, но Тоня чувствует, что дело гораздо серьезнее, и, конечно же, оказывается права. Главные роли в сериале исполнят Елена Муравьева, Николай Иванов, Александр Ильин, Ольга Науменко и другие. Премьера новых серий детектива «Некрасивая подружка» состоится 13 февраля на канале ТВЦ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.